Чечен Тимофей, и я собрал вот такой отбойный молоток. Я хочу вам показать, как он работает. У него тут есть датчик движения, который, когда мы зажимаем палец, у него двигается вот эта штука, и она отходит назад. Тут шарик, который двигает вперед, он задевает вот ту там горочку, он отталкивает ее назад, и как раз это тоже отталкивается вот так. И сейчас будем сбивать вот такие детальки. И строить из нее что-нибудь. Я вот построю стену. Приступаем. Все, мы тебя сбили. Он выключается. И вот ставим легонечко вот такие стеночки. Легонечко. И теперь их закрепляем отбойным молотком. Все. Мы построили стену. Нам наконец-то стена. Мы построили. Может, тут будет гараж или что-то, либо дом. Ну, вот такая замечательная отбойный молоток мы собрали. Ну, на это все. Всем пока-пока.